сериал «Внутри». Главный герой Сарп в исполнении Чиатая Улусоя. В этом сериале он стал актером. С почином, Чиатай. До этого работы актера очень слабые. Просто сладко-сахарный мужчина. Второй персонаж Мерт в исполнении Ареса Булуты и Немли. Тут актер в очередной раз показал, что он актер. Смело утверждаю, что сериал можно смотреть не только ради турецких красавчиков, из-за чего я и начала свой просмотр, но и очень эмоциональная игра актеров. Рекомендации, да, ставлю 8 из 10. Совет смотреть его до Чукура, так как это внегласное продолжение этого сериала. Итак, плюсы. Первый плюс – это качество съемок. Картинка получилась на все 100. Второй – это саундтреки. Бомба! Даже себе скачала. Третий плюс – это актеры, особенно главные герои. Столько плакать и все равно выглядеть мужественно и красиво – это талант. Единственное, с чем просчитались создатели для просмотра в России, что больше его посмотрят женщины, а для нас, православных, мало любви, много драк, оружия и мата. Теперь про любовь. Первая пара Сарп и Милек. Девочка красивая, видно, что страстная, но актриса слабая. В течение всего сериала максимум 2-3 мимики и все. Высокомерная и требовательная. Я бы сказала, играла саму себя. Но сериал принес ей не только гонорар, но и замужество. Как писали СМИ Турции, именно в этой роли невинного цветочка мафиозного мира увидел ее богатый бизнесмен и влюбился, и женился. Вот так бывает в жизни. Вторая пара сериала «Мерт» и «Элем». Арусу вообще не везет на горячих партнерш. Либо странные, либо нудные, либо пресные. Им бы стоять и получать удовольствие, потому что так целовать их будут только в кино. И только Арус. Нет, конечно, может, это задумка режиссера, дабы не концентрироваться на романтике и поцелуях. А то там и до постельных сцен недалеко. А мы же знаем, что секса в Турции нет, как и у нас в Советском Союзе. Сюжетная линия все-таки о братских отношениях, мужской дружбе, о преступлениях и наказании, слезы главных героев. Вообще, они так часто плакали. Запасайтесь носовыми платками. По моей системе Станиславского я им верила. Ну что ж, сделаем выводы. Первое. Цените родителей. Второе. Наказание всегда найдет своего приступающего. И третье. Любовь спасет мир. И это правда.